25-летний бразилец Макс, увлекающийся культурой Южной Кореи, в частности корейской драмой и местным музыкальным жанром, решил стать ближе к своим кумирам и изменил внешность при помощи пластических операций. Теперь Макс брюнет, у него азиатский разрез глаз. Также он сменил имя на Сиань. Его истинные корни выдает только нос. Эта мысль пришла к нему после года обучения в университете Дангсео в Южной Корее. Парень был очарован этой страной еще с 19-летнего возраста. Всего молодому человеку пришлось перенести 10 операций, общей стоимостью в 30 тысяч долларов. Этого капитала хватило, чтобы получить внешность коренного азиата. Он не боялся, что что-то пойдет не так. Он переживал, что на его лице могут остаться рубцы, которые раскроют секрет об операции. Но все обошлось. И напоследок он сказал, что теперь он уже выглядит превосходно. Помимо операции по изменению формы глаз, бразилец красит волосы в черный цвет и носит темные линзы. После того, как Макс опубликовал свои фото в сеть, его перевоплощение положительно оценили уже тысячи пользователей Фейсбука. Также новоиспеченный азиат рассказал, что его отец поддержал идею, а вот мать отнеслась с непониманием. Фанат Супермена Гербет Чавес сделал 13 пластических операций, чтобы стать похожим на своего кумира. 35-летний мужчина с помощью врачей изменил себе нос, прошел липосакцию и осветлил кожу, прежде чем облачиться в костюм популярного героя. Житель Филиппин Чавес впервые увидел Супермена в 5 лет по телевизору. После этого он посвятил всю свою жизнь реализации стремления быть похожим на своего героя. Операции стоили ему около 10 тысяч долларов, что является для Филиппина огромными деньгами. Теперь мужчина регулярно выходит на улицы родного города, облачившись в костюм с красным плащом, привлекая внимание сотен человек. Помимо полученного внешнего сходства, Гербет Чавес обладает самой большой в мире коллекцией сувениров с Суперменом в количестве 5000 экземпляров, включая и 3 его копии в полный рост. Если тебе понравилось это видео, подпишись на канал, поставь лайк и сделай репост. А я буду и дальше продолжать тебя радовать новым материалом.